счастливы, но никакая победа в профессиональном боксе не может превысить золото олимпийских игр. На данный момент это самый большой поединок в моей карьере, но не самый трудный. Я в какой-то момент, да, заряжался и удачно попадал, но когда закончился раунд, я пришел, и мне тренер сказал, что не стоит этого делать, потому что я подстраиваюсь, и нет моей работы, нет моей активной работы, моя передняя рука выключается, и тогда я начинаю пропускать. И он мне запретил это делать, сказал, что просто надо боксировать, как можно больше ударов выкидывать, повторные действия. Где бы я реально хотел? Блин, на Олимпийском. Thanks for watching this video. Please do subscribe All Media New York.